Хорошо. Он начал так нежно, но это все равно не прозвучало слабо. У него поразительный контроль над своим инструментом, охватывающий широкий диапазон нот и несколько голосовых регистров. Он опустился до отсюда. Это было си минор арпеджио. Получается, он здесь прошел через две октавы, с ноты C2 и вверх до ноты C4, при этом начав нижним грудным голосом и закончив высоким грудным голосом, а потом и первый пассаж, в смешанный голос, очень такой легкий головной смешанный голос, который переходит в головной голос с таким роскошным, переливающимся вибрато. А дальше было вот это. Вверх до ми 5 и фа диез 5 в этом третьем пассаже. И это было так невесомо, словно пение птиц. Уф. Это великолепно, восхитительно. Димаш, ты меня заинтриговал. Продолжим. Оказывается, я сделал паузу перед этим большим моментом. Давайте вернемся. Прекрасное, эффектное, большое, классическое сопрано. Почти такое же, как у контртеноров. На ноте фа диез 5. С вибрато. Гортань опущена. Вот такой звук. Когда гортань низко, звук округляется, и он опускает челюсть. И у него получается это быстренькое, но оперное вибрато. Оно быстрое, но сама протяженность движения немного шире, чем, например, в поп-музыке и R&B. Иногда это называют флажолет или флажоле, если произносить это на французском языке. Это верхняя часть, супер головной голос, как у теноров. А Димаш у нас супер тенор, высочайший тенор в плане свойства голоса. Он такой легкий тенор. В идеале таких называют «теноре лежеро». Думаю, у него был бы такой тип голоса, если бы он пел в опере, если бы он пошел по пути строгого классического стиля. Давайте продолжим. Qui m'attire, voler, voler.
Ну, конечно. Это был бы не он, если бы он это не сделал. Опять на фа диез 5. Но в этот раз это полный, такой дерзкий. И там есть тванг. Другими словами, глоточный резонанс. Итак, гортань немного выше. Голосовые связки сильнее натянуты. И если в прошлый раз на этой же ноте фа диез здесь было флейтовое звучание, то сейчас это звучит резко, очень ярко. И сам звук намного мощнее. До этого, когда он пел, он был в первом пассаже, но потом он перешел в микс. Хотя это звучало как разговорный голос, но в нем была эта ясность и четкость. Это был как грудной голос, но не совсем. Грудной голос здесь бы прозвучал как вопль, а у него там был этот потрясающий звон во всем голосе. Что-то похожее на поп-стиль, смешанное с оперным исполнением. В общем, он здесь был между чем-то похожим на популярную музыку и чем-то таким классическим. Чем-то, что звучит как классическая сопрано или контртенор. И чем-то, что звучит как бродвейский белтинг. Или как рок-певец. Как хэви-метал-певец, поющий высокую фа-диез в третьем пассаже тенора с раскрытым до нельзя ртом и таким скорее металлическим звучанием, чем флейтовым. Одна и та же нота. А здесь он прям со дна черпнул. Это было восхитительно. Так много людей. Вовсю тараторят только о его мощных нотах. Но меня в равной степени впечатляет его контроль над этими нежными моментами. Это ж надо так начать, потом слегка нарастить, добавить вибрато и затем ослабить это в конце. Очень тяжело петь так мягко, с таким контролем и силой, как у него. Это же с до диез 6 до ми 6. Он переходит уже в пятый пассаж. И это уже должно быть свистковый голос. Но здесь есть этот стержень. Есть какая-то плотность. Поэтому это не совсем свистковый голос. Опять же, многие люди называют это флажолет. Или свистковый регистр. Многие считают, что флажолет и свистковый голос – это одно и то же. И если посмотреть на голосовые связки, то с точки зрения регистра они делают одно и то же. Но вот здесь было вот это. Было больше плотности. Это не был чистый свистковый голос. Я под впечатлением. Jésus-Christ, Jésus-Christ.
У меня нет слов. А что я вам тут скажу? Представьте, если бы вы были там в тот вечер и слышали бы, как он поет это в первый раз, вживую. Я не удивлен, что там кто-то плачет. Это же так чертовски эмоционально услышать такое. А если чисто технически, он снова начал нижним грудным голосом. Но здесь, когда он поднимался, он спел эту ноту C4 в мощном оперном миксе. И это называется... Это полный головной голос. Это как пел оперный тенор Паваротти. Эти высокие ноты си. Гортань опущена, челюсть внизу, голосовые связки приведены, то есть они вместе, и немного сопротивляются воздуху. И рот немножечко приоткрыт, по большей части по вертикали. Но когда он переходит сюда... то оперный театр. Никакой оперный тенор до него просто не достанет. Вы слышали когда-нибудь арии, в которых они бы пели ноту фа диез 5? Так что это был переход в Иисус Христос суперзвезда или хэви-метал певец, обладающий голосовыми качествами оперного певца. Как же изумительно наблюдать за всеми этими переходами. И затем, как он добавляет все эти краски из различных жанров. Он будто так искусно нажимает на маленькие кнопочки. Добавить немного воздуха. Добавить плотности. Добавить резонанса. Пожалуйста. Это было мастерски. Абсолютно виртуозно.